Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим дерзкий дебют. Уже своим третьим ходом белые вторгаются на пункт Е5 и строят черным интересные ловушки. Вот этот дебют возможен после ходов CD4, FG5, BC3, GH4. И уже здесь третьим ходом белые захватывают пункт Е5. Кажется, что шашка Е5 подвержена окружению, и у черных гарантированное преимущество. Но здесь черным надо играть довольно-таки аккуратно. Ну, лучший ход здесь ЕД6. Черные начинают охват шашки Е5. И на ход ЕФ4 играют ФЕ7. Белым надо играть CB4. Ну и здесь сильнейшее продолжение B5. После этого хода, возможно, за белых как раз интересная ловушка. Играем CB2 и бьем в центр. В чем идея? Если черные играют DC5, напрашивающийся шаблонный ход, то белые здесь могут даже рассчитывать на победу. Они играют AB2, черные нападают на шашку E5. Закрываемся, DC3 размен. И на ход DE7 играем ED2. Ну, нападать пока бессмысленно, и черные играют BA7. Тогда играем DC3, и вот здесь вся соль ловушки. Если черные играют CD4, тогда мы жертвуем шашку. Черные вроде бы добились выигрыша шашки, но на самом деле эта позиция проиграна. Играем CD4, и черные проигрывают, несмотря на лишнюю шашку. Здесь возможны 4 хода. На B6 проводим комбинацию, отдаем одну шашку, затем вторую, и бьем 3 шашки с легким выигрышем. Так, FG5 невозможен из-за простого удара. B3, и белые оказываются в дамках. ED6 также невозможен из-за простенькой комбинации. Отдаем одну шашку, затем вторую, и забираем сразу же 3 с выигрышем. И, наконец, последний ход, CB6. После этого делаем точный ход BA3. Ну и здесь снова у черных 4 хода. Невозможен ход BA5 из-за G3. И белые снова оказываются в дамках. Также невозможен ход FG5 из-за также HG3. И белые снова прорываются в дамки. Если черные в этой позиции играют ED6, то снова проводим комбинацию. Отдаем одну шашку, затем вторую, и забираем сразу же 3 с выигрышем. Ну и, наконец, последний ход. Если черные в этой позиции играют HG3, жертвуют обратно лишнюю шашку и играют ED6, тогда снова проводим комбинацию. Отдаем одну шашку, затем вторую, затем третью, и белые добиваются победы. Вот такая интересная ловушка в этом хитром дебюте. Ну, конечно, в этой позиции после B5 и хода CB2 сильнейший план игры за черных такой. Лучше не играть DC5, лучше в этой позиции разменяться GF6. И здесь белым надо играть очень аккуратно. Ну, наиболее простая ничья, наверное, такая. Играем FE3, закрываем дырку на поле E3, и на ход HG7 играем AB2. Черные начинают охват центра белых. AB6, BC3, GH6. Ну и здесь белым надо разменяться. HG3. Черные играют EF6, и на ход GH4 играют DC5. То есть, видите, связали центр, не дают пошевелиться нам ходом CB4, и черные попадут в дамки. Но здесь мы все-таки добиваемся ничей с помощью комбинации. Играем FE5. Ну и после размена FE7 вываливаемся в центр, DE5. Черные играют FG7. И здесь надо сделать точный ход, GF2. Теперь на ход BA5 проводим комбинацию. Только она нас и спасает. Играем ED6. Затем EF4 и затем CB4. Черные остаются с лишней шашкой.
Но здесь ничья за белых вполне возможна. Я думаю, тут уже сами разберетесь. Какие еще варианты были возможны в этой позиции? Кроме нападения b5, в этой позиции был возможен размен gf6 назад. Теперь белые играют b5. Ну и после хода hg7 играем dc3. Здесь возможны 4 плана игры. Самый сильный ход bc5. Есть ходы gh6, gf6 и de5. Давайте рассмотрим все 4 плана. Ну, самый сильный план игры за черных bc5. И на ход cb4 сыграть именно gf6, не давая охват белым своей позиции. Теперь на нападение fg5 черные меняются. Но все-таки, видите, у черных ослаблено дамочное поле d8, поэтому эта позиция примерно равная. Играем cd2. Ну и на ход fg5, видите, стоит угроза de5, и черные грозят прорваться в дамки. Нам надо играть de3. Черные тогда меняются назад. Но мы здесь начинаем охват центра черных. Играем hg3. И на ход fe5 играем ab2. Не даем hg5 из-за gf4, поэтому остается играть fg7. Тогда играем fe3. Ну и черным здесь лучше всего разменяться. Заодно уже здесь черные ставят ловушку белым. Играем ef4. Белые бьют на c3. Ну и после хода gf6 и размена белым проще всего сыграть cb4. Теперь здесь за черных возможны две ловушки. После хода ef4 и после хода fg5. Давайте рассмотрим обе. После ef4 белые меняются. ab6. Ну и возникает симметричная позиция после fe3 и bc3. Далее возможно hg5, ab4, gf4, bc5, fg3, cb6. Вот этот ход уже ведет к проблемам. Проще всего в этой позиции белым сыграть cb4. Тоже важная симметричная позиция, поэтому ее лучше запомнить. cb6, и видите, угроза bc7 неотразима. Как бы черные ни играли, белые достигают ничьей. А если в цейтноте, допустим, белые дернутся, сыграют cb6, тогда уже черные играют gf2. Ну и здесь еще спасает ход dc7. А вот ход bc7 уже проигрывает. Черные ставят дамку на e1. И видите, белым некуда сходить. То есть на постановку дамки черные бьют на поле e7 и уже выигрывают черные здесь. Так что будьте аккуратны. Даже в простых на вид позициях. И вторая ловушка. Возможно, если в этой позиции черные играют fg5. Правильно в этой позиции сыграть bc3. С идеей разменяться, ну, либо разменяться cd4, либо сыграть gf2. Теперь, если черные меняются cb6, тогда мы уже играем b5. Ну и на вынужденный ход dc5 жертвуем шашку и успеваем прорваться в дамки. Здесь позиция ничейная. Если же в этой позиции белые дернутся, сделают напрашивающийся ход ab6, вроде бы кажется ничего страшного, на самом деле здесь у черных очень красивый этюдный выигрыш. Смотрите, bc3, надо играть. Тогда играем hg5, ab4, gf4, ну и на ход bc5 не даем белым прорваться в дамки. Играем bc7, сдерживаем их. Теперь единственный ход cb4, и черные играют ed2. На ход b5 они ставят дамку именно на e1, и все четко сходится в пользу черных. Например, cb6. cd6, b7. Черные играют дамкой на h4, единственный ход, и побеждают во всех вариантах. То есть, смотрите, на постановку дамки, самый естественный ход, мы ловим дамку. И теперь, если белые играют ab6, здесь очень красивый выигрыш. Щедро жертвуем шашку и играем дамкой на d6. И выясняется, что эта позиция проигранная. То есть, на ход gh2 играем, ну, допустим, на b8. И на ход dc5 одна дамка легко справляется с двумя шашками белых. Черные побеждают. Если же в этой позиции белые играют gf2, тогда выигрываем за счет цепочки, так называемой. То есть играем на h2. Ну и как бы белые не играли, мы грозим напасть в поле g1. То есть на ход dc5 нападаем, и белым некуда ходить, приходится сдаться. А если белые играют fe3, тогда снова связываем.
силы белых по рукам и ногам, ну и легко побеждаем. Вот такая красивая ловушка. Если белые в этой позиции играют АБ6, тогда уже играем HG3. Видите, дамку ставить нельзя, так как она будет тут же поймана, поэтому приходится играть GH2. Тогда ставим дамку на поле Е1. Ну и снова, видите, нельзя ставить дамку, так как она тут же ловится. И черные побеждают. Поэтому белым приходится жертвовать шашку. Бьем тогда вперед. Ну и когда белые ставят дамку, здесь уже легко побеждаем. Тут уже белым от проигрыша не отвертеться. Если же в этой позиции белые играют, допустим, H2, тогда играем дамкой на E1. Ну и здесь на постановку дамки, ну а B6 ведет тем же вариантом, который мы только что смотрели. А если, допустим, белые играют, ставят дамку, тогда ставим дамку на H4 и ловим дамку белых. Ну и видите, здесь уже так называемый финал штаны. То есть черная дамка также легко справляется с двумя шашками белых. Вот такие прикольные ловушки. Так, если в этой позиции черные играют не точно, допустим, играют GH6, тогда уже играем CD2. Ну и напрашивающийся ход BC5 уже проигрывает. Ну, естественно, нельзя EF6 из-за несложной комбинации. Отдаем одну шашку, вторую и забираем 4 с выигрышем шашки. То есть, видите, у черных 5, у нас 6. Здесь белые должны легко победить. А напрашивающийся ход BC5 также проигрывает. Играем CB4. Ну и на ход EF6, лучшего уже не видно, проводим размен тройной одеколон. Играем FG5, затем FG3 и бьем именно царской шашкой E1. Видите, у черных образовался разрыв по флангам, кроме того застряла шашка на А7. Именно за счет нее белые и побеждают. Играют DE3, не дают черным пошевелиться. Ну и на ход DE7 играют HG3. Допустим, EF6, развиваем сильный фланг AB2. Ну и на ход FG5 играем GF4. Здесь возможны два варианта. Если черные играют GH4, тогда играем BC3. Теперь уже видите, размен DE5 здесь невозможен из-за простого удара. Также очень часто встречающегося в практической игре при блокаде фланга. То есть играем B бьет на D6 и затем проводим удар по затылку. Играем CB4 и AB6. Ну и остаемся с лишней шашкой. И легко выигрываем. Если же в этой позиции черные играют АБ6, а лучшего не видно, тогда занимаем центр, CD4. Черные еще максимально сопротивляются, жертвуют шашку и играют HG5 с угрозой сыграть GF4. Тогда меняемся EF4. Ну и приходится бить C на E3. Лучшего не видно. Тогда бьем именно назад. Ну и здесь у белых выигрыш за счет лишней шашки. Например, GF4, DC3. То есть на ход FE3 грозим отдать лишнюю шашку, ну и просто сыграть GF2 с выигрышем. Побеждаем за счет связки левого фланга, правого фланга черных. Если же черные это видят, играют BC5, тогда здесь все сходится в пользу белых. Играем GF2, ну и на ход BA7 можно напасть, допустим, FG3. Надо отходить, тогда заходим в любки. Ну и здесь легко выигрываем за счет большого материального преимущества. Так. Также в этой позиции, кроме хода GH4, был возможен ход DE5. Вот здесь размен уже возможен, но он также проигрывает. Очень красиво, смотрите. Бьем B на D6 также. И затем играем GH2. Здесь уже удар по затылку невозможен. Но белые также остаются с лишней шашкой. Кажется, что ничья за черных не за горами, но это не так. Эта позиция проигранная. После вынужденного размена GF4 играем AB4, точный ход. В чем идея? Если черные играют FE3, лучший ход, тогда играем BC5. То есть видите, мы не даем черным пройти на поле D2 из-за простой ловли. Меняемся BC3 и выигрываем. Поэтому черным приходится играть EF2. Тогда играем DE7. И видите, дамку ставить черным нельзя. Если ставят на поле E1,
Тогда дамка черных ловится. Играем с b6 и bc3. Ну и затем ставим дамку и выигрываем. На поле g1 также нельзя ставить дамку, так как она тут же гибнет. И белые побеждают. Поэтому в этой позиции приходится играть bc7. Ну, естественно, здесь есть выигрыш после хода cd8. Но мне больше всего нравится вот такой техничный выигрыш. Играем bc3. Снова видите, нельзя ставить дамку на e1. Из-за того, что мы поставим дамку на f8, и дамка черных гибнет. Если же черные ставят дамку на g1, здесь мы проводим небольшую комбинацию. Можете попробовать найти выигрыш за белых самостоятельно. Поставить видео на паузу. Играем b6. Приходится бить. Затем ставим дамку. И затем играем cb4. Вот такой несложный, но красивый выигрыш. Если же черные это видят, допустим, еще заходят любки, здесь такой удар. Ставим дамку на f8. Затем и отдаем b6 и бьем 3 шашки с выигрышем. Если же черные отдают шашку и ставят дамку на g1, лучшего не видно. Тогда ставим дамку на f8. Грозим поймать дамку черных, поэтому приходится играть gh2. Тогда играем cd4 и грозим поймать дамку черных. Ну и черным приходится расстаться со своей единственной шашкой, и белые легко побеждают. Такой прикольный вариант. Также в этой позиции плохо играть gf6. Ну еще неплохо, но после fg5 здесь уже ход fe5 также проигрывает. Здесь возможно окружение центра черных. Если черные играют шаблоны. Играем gh6. Ну и на ход bc5 играем cb4. Ну и далее возможно, допустим, ef6, cd2. И черным надо куда-то выходить. Остается занимать пункт d4, играть ed4, тогда играем hg3. Черные, допустим, играют de7, играем de3. Ну и на ход fe5 играем ef4, точный ход. Ну и тут на ход ab6 играем ed2. И здесь возможны два варианта. Если черные играют ef6, тогда позиция черных полностью зажимается. Связки в нашу пользу. Играем de3, ну и на ход fg5 играем ab2. Далее b7, gh2, у черных единственный ход fe7. Ну и здесь мы легко побеждаем. Играем hg7. И в ответ на размен ef6 играем ef4. Ну и черным некуда ходить, остается только сдаться. Такой техничный выигрыш тоже. Если в этой позиции черные это видят, допустим, и играют dc3. Лучшее сопротивление, тогда играем de3. Грозим выиграть шашку c3, черные это видят и проводят небольшую комбинацию. Отдают одну шашку, затем еще две. И заходят в любки. То есть черные отдали 3 шашки и грозят выиграть одну. Здесь у белых тоже выигрыш. Смотрите. Играем cd4. Черные вынуждены бить в дамки, иначе они остаются без двух шашек. Нападаем bc5. Черные вынуждены закрыться. И играем ab4. Черные, видите, без двух шашек, кроме того, их дамка на e1 ограничена. То есть, видите, нельзя пошевелиться ей из-за простой ловли gf4. Приходится поэтому играть ef6. Тогда играем ab2. Ну и на ход fe7 играем b3. Ну здесь, видите, снова нельзя пошевелиться черным, сыграть ed2 из-за простого удара de5. Удар по затылку. То есть как бы черные не били, шашкой b6 или шашкой f6 мы бьем именно назад и легко побеждаем. Если же черные это видят, допустим, кидают шашку fg5, еще сопротивляются, играют ed2. Здесь самый простой и самый красивый выигрыш вот такой. Смотрите. Играем fe3. Ну и в ответ на постановку дамки у нас, видите, друзья, получается две лишние шашки. Да? Даже три уже тут получается. Три лишние шашки. Мы отдаем две и размениваем дамку черных. Остаемся с лишней шашкой. Но здесь еще у черных центр. И вроде бы ничья возможна. Но на самом деле здесь очень красивый выигрыш. Смотрите, ab6, dc3, bc5.
И вот здесь можете поставить видео на паузу и попытаться найти очень красивый выигрыш. В финале будет очень неожиданная жертва, и белые побеждают. Поставьте видео на паузу и попытайтесь выиграть самостоятельно. Ну, кто не найдет, показываю выигрыш. Смотрите, играем CB4, точный ход. Ну, ED6 играть приходится, CD4 нельзя из-за того, что белые заходят в любки. И здесь мы неожиданно жертвуем шашку, FE5. Приходится бить на D4. Ну и тут делаем скромный ход, GF2. И черным остается только сдаться. Вот такой красивый выигрыш. Так, еще в этой позиции, кроме ходов BC5, GF6 и GH6, был возможен ход DE5, размен. Но здесь у черных, несмотря на то, что центр, все-таки позиция более предпочтительная у белых. Например, CB4. И белые и черные развивают свои сильные левые фланги. GF6, AB2, FG5, BC3. Здесь черные начинают развивать свою отсталую шашку А7. Играют AB6. Мы играем CD2. То есть не даем сыграть GF4 из-за простой комбинации DE3, BA5. И затем мы попадаем на пункт А7 с выигрышем. Поэтому черным приходится играть DC7. Тогда играем DE3 и грозим сыграть EF4. Поэтому у черных единственный ход GF4. Играем HG3, не давая хода FG5. Ну и на ход FG7 играем FE3. Ну и здесь возможны две ничьи. Либо сыграть EF4 за черных. Там, конечно, у белых большое преимущество, но выигрыша нет. А если же черные сыграют BC5, также шаблонный ход, здесь у белых очень большие шансы на выигрыш. Играем EF2. Ну и здесь также можете поставить видео на паузу, уже попытаться найти ничью за черных. Так, в этой позиции есть два хода. GH6 уже неожиданно красиво проигрывает. Смотрите, здесь попытайтесь найти выигрыш за белых, тоже очень красивый. И неожиданно. Играем GH4. Ну, бесполезно играть HG5, потому что мы сыграем FG3, затем GH2 и затем выиграем шашку. Поэтому черным приходится меняться. EF4. Очень неожиданная позиция. Выясняется, что белые здесь красиво окружают центр белых. Черных. Играем CD4. Ну и у черных единственный ход DE5. Тогда играем DC5, грозит CD6. Поэтому черные вынуждены закрыться. И здесь белые делают очень красивый, просто фантастический ход. GH2. Очень тяжело его найти в расчете. Очень красиво, смотрите. Ну и на ход FE3 играют HG3. То есть видите, нельзя ED4 сыграть из-за B5 простого. А на единственный ход ED2 белые играют B5 и остаются с лишней шашкой. Но тут белые легко побеждают, можете убедиться в этом сами. А где же все-таки была ничья? А ничья в этой позиции была вот такая. Играем CD4 и затем меняемся EF4. Черные грозят занять центр, поэтому белым лучше всего сыграть CD4. Грозим сыграть BC5, поэтому у черных вынужденный ход BA5. Тогда проводим небольшую комбинацию. Отдаем одну шашку DC5, затем вторую AB4 и заходим в любки. Черным приходится закрываться GF6, но все-таки здесь у черных есть техничная ничья. Они играют AB4, ну и в ответ на нападение отходят. Белые занимают большую дорогу. Но здесь черные красиво жертвуют три шашки, играют DC5, затем EF6 и затем играют AB2. То есть черные грозят занять либо большую дорогу, либо обрезать шашки белых по тройнику и достичь ничьей. Это позиция ничейная. Друзья, если вам понравилось данное видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, задавайте вопросы, если что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. До свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.